Всем привет! Сегодня я покажу, как установить звуковые драйвера Realtek HD Audio Drive версии 2.81. Я столкнулся с проблемой, у меня не работает микрофон. Я начал смотреть видео, у всех авторов была старая версия с сайта. Давайте я покажу, как выглядит новая и как установить драйвера через новую версию сайта. Переходим. Листаем вниз. Downloads, третья графа, нажимаем. Product Line, нажимаем. ПК Audio Codex, вот это нам надо. Еще раз нажимаем. HD Audio Codex. Первая шкала, Software. Скачиваем либо для Linux, либо для Windows. 32 биты, 64. Мне 64. Он просит ввести email. Вводим, и вам должны прислать письмо. Мне лично его не прислали. Не знаю, в чем проблема. Но этот вариант точно не для меня. Я закрываю сайт. У меня оставалась только одна попытка. Сторонние сайты. Тут нам поможет сайт besttorrent.net. Заходим на него. Ссылку я оставлю в описании. Листаем вниз, скачать торрент, скачать файл, открываем. У меня уже скачано, так что я уже нажимаю открыть. Выбираем либо второй файл, либо третий. Второй для 32-битной системы, третий для 64-битной системы. Это мне, кому-то 32. Открываем. После того, как установщик откроется, нажимаем клавишу «Далее». В правом верхнем углу вы увидите скриншоты. Увидели? Молодцы. Закрываем. Нажимаем клавишу «Готово». Теперь идем в панель управления. Оборудование и звук. Тут появится диспетчер HD. Открываем его. Тут можно проверить свои динамики, либо микрофон. Чтобы в панели уведомлений появился этот значок, надо нажать «Информация», «Отображение значков в области уведомлений». У вас все появится. Ну а на этом все. Я вам все показал, рассказал. Ставим лайки, делимся видео, подписываемся на канал. Всем удачи и всем пока.